Остальные мутные, посмотришь сама потом. Там что-то сидушка есть, а рыбака нет. Провалился, что ли? Не знаете? Нет, не знаю. Там что-то горит. А где огонь? А с той стороны люди стоят. С той стороны люди стоят. Там останешься, ты не мешаешь. Ну да, да. Вот сейчас там все не поставлю. 30 метров вот сказал, это куда метров 100. Прям на него. Да. Вон где вот следы, вот не следы, иди. А как правильно ваш катамаран называется? Судно воздушной подушки. Ага. Ну это длинно, а коротко если? СВП. СВП. А настройки? Нет? Без флага? Они сами. Еще, Ром, давай еще вперед, чтобы хоть увидеть, вот там, что это делать. Мы тут никому не мешаем. Ты еще можешь проехать тут? Да нет, тут уже все. Не надо. На льду стоит. Так. Там только табачников будет, да? Да. Да нет, ты нет. Да. Где-нибудь это где? Трап убирал. Не знаю сейчас где. Нет, надо сказать, что это. Посмотри-ка в окошечко, Коль, с твоей стороны. Да, на телефон снимает. Дай-ка я скажу это. Да. Сафа, как идет? Да, не то, что нет. А, ну факел там принесли. Угу. Это вот наверху, да? Нет, ну, внизу, вот внизу в белом, в белой-то это. Ага, сейчас приблизим. Маша там. Так, 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 так. Да, но он факел принесли, еще огонь не принесли. Да. В другом факеле. То есть мы сейчас ждем, когда они подбегут. Отсюда можно снять? Там поближе, да? Ну там вообще просто видно. Все видно, да. Так, это кто, Евгений Лебедев? А он разве тоже там? Там Лебедев может быть? Не знаю. Нет. Не он. Я, наверное, съезжу на Volkswagen, а потом поеду домой. А потом поеду это самое на Покровку уже оттуда и сниму там. Губернатор в 6 начнет, да? Губернатор там будет, да, вечером. Вот мне вопрос, бежать ли к кораблю? Почкаловской лестницей, да, катеру героя, или сразу к губернатору идти, потому что успею ли я на автобусе доехать потом, значит, наверх. Мне вчера водитель не ответил на этот вопрос. А сейчас что будет? Сейчас нас сначала прокатимся, потом к катеру героя, что ли? Не сейчас, а пол шестого. А-а-а. Успеем ли мы эти ментовские все эти пробить? Ну, если аккредитация есть, пройдешь, наверное. Нет, но вот бежать придется тогда, что ли? Ну что? Пробежишь. Не хотелось бы. Но ты будешь в хорошей физической форме. Я и так. А что вечером будет?
Вечером будет закрытие 6 часов Олимпиады на Минином. А, на Минином. А у героя что вы говорите? Что-что? А вы сказали, что-то у героя? У героя они будут 5:30, а в 6 будут на Минином наверху, да? То есть бежать не хочется по лестнице вверх. Вот. Может, не идти туда. Факел там будут передавать и побегут наверх. Да. Ну да, бро, мне уже все сказали.